Всем привет! Сегодня мы начинаем делать симулятор выживания от первого лица в Unity. В этом уроке сделаем персонажа и напишем контроллер перемещения для него. Если вам требуется какой-либо ассет или не хватает знаний написать тот или иной функционал для Unity, вы можете заказать у нас нужный вам ассет, или же уроки по интересующей теме. Также мы моделируем различные 3D-модели. Вы можете связаться с нами по почте или написать ВКонтакте, все ссылки в описании. Итак, я заранее подготовил террейн, по которому будет передвигаться персонаж. Теперь добавим персонажа, состоящего из мешарук. Не забудьте применить этой модели тип гуманоида для проигрывания анимаций. Располагаем камеру в нужной нам позиции. Переместим окно Game для наглядности расположения рук в камере. Нам необходимо сделать так, чтобы руки персонажа попадали в обзор камеры. Для этого вращаем кости рук персонажа и располагаем их в камере. В иерархии сцены переместим камеру в персонажа, для того чтобы она следовала за ним. Добавим характер-контроллер для перемещения персонажа и настроим его. Создадим скрипт для перемещения персонажа от первого лица. Создадим три переменные float для скорости перемещения, вращения прыжка персонажа. Далее создаем еще две float для гравитации в воздухе и на Земле. Destroy.
Добавим вектор для ограничения вращения персонажа. В Transform мы запишем текущий компонент трансформа персонажа для оптимизации. Следующие два вектора нужны для вычисления поворота и направления движения. Далее добавляем переменные float. В них мы будем записывать перемещение мыши и значение нажатых клавиш. Контроллер мы запишем характер контроллер на персонаже. В старте считываем и записываем компоненты в переменные. В апдейте проверяем, есть ли компонент контроллер на земле. Нам понадобится еще одна переменная для гравитации. В нее мы будем записывать ту или иную гравитацию в зависимости от нахождения персонажа на земле или в воздухе. Теперь в проверке записываем значение нажатых клавиш. Устанавливаем нужную гравитацию. Направляем вектор вперед относительно персонажа. Умножаем его на скорость перемещения. Проверяем, если нажата клавиша прыжка. Cause I'm
Тогда равняем вектор направления движению по y к значению прыжка. Если игрок не на земле, тогда устанавливаем новую гравитацию. Теперь вычисляем гравитацию и перемещаем персонажа. Мы сделали перемещение персонажа. Теперь нам необходимо сделать его вращение. Переименуем переменную скорости вращения. В Late Update записываем значение мыши по осям. Здесь небольшая ошибка. Вместо Speed Move необходимо вставить Sensitivity. Устанавливаем ограничение вектора по оси X для правильного вращения. Теперь вращаем персонажа по вектору. Скрипт готов, повесим его на персонажа. В инспекторе заполним все данные. В следующем уроке сделаем анимацию для перемещения персонажа и его шаги. Всем спасибо за просмотр. С
Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока!